Поднялся на второй этаж. Сан, сидим закрытая. Хорошо. Ты видел, сколько я патронов садил? Видел, но попало из них вообще мало. При том, что у меня все. Опять все попадало. У меня. Тихо. Сева, да он с цветами. Ты че? Наша база. Он играет с волхатом. Поднимался, он сразу прицеливаясь уже в Данила. Пойдет на, Сань. Он будет внизу. Вот. Хорош. Ну да, когда он минирует, повезло, он что тут спины его волхат не работает. Не, просто когда он минирует, он не может смотреть влево. Он именно видишь прямо с мини. Он думал, что Саня пойдет через верх. И типа ВХ его поможет. Кто у нас тут стоит? А кто такой ББО? Самый ББО злобит. Коцаны поднимаются по лестнице. Смотри, если еще поддержка не высветится, это вообще будет. О, нихуя, у меня жестко он здесь, да. Да ну нахуй, я же за стенку зашел. Так, на первом этаже. Поддержка при том, что сколько я ему всадил? Один здесь. Мини-злоба кот. Минус. Мини-злоба был на дальний. И не коцанный, по-моему. Нет, я его коц. Погоди, сейчас он. Это тоже тайминг, да? То есть ты один остался, блядь, тебя времени мало. Вот за этими вагонами. Сейчас еще одно чудо тайминга. Да не тяни, минеру, да. Бля. Я не все понял. Старался, набирал. Ну ничего, они переведут, они понятны. Лестница сафари. Он уже зашел. Возможно, уже наверх поднял. Нет, он меня стрелял.
Лестница, коцая сафари. Ай, в зале, в зале. Чувак кидается словами в TeamSpeak, ли ему зайти и говорит, что, блядь, он поумнее остальных. Ну да. Бля, парни, давайте тащим, потом вот. Опять сафари. Ну нахуй, у него как? Сука, ну это, блядь, Маркос однозначно. Да ну нахуй. Один здесь, внизу, возле его дома. Ох, один коца на его доме, один снайпер на перроне. Поднимается в рот, блин. Красава. И там поднимается, с той стороны, в рот, блин. Лезь туда. На толку лезть не лезь. Сиди на базе. Сюда Сафайр заходит сиди и просто снимает базе. Меня сразу. Вот ты будешь снимать, сиди на базе, ё-мо. Он в любом случае задрал меня уже. В чем прикол? Не за чёрт помогу. У них волхак это не значит. Плюс Маркос. Снайпер там же, на перроне, здесь у меня, да? На дальнем. Ага. Остается убить мини-злобу. Скорее всего, он тоже пойдет на базу нашу. Есть, есть, есть. Снайпер. Прячься. Мне не злоба идет. Снайпер. Двое. Тащим, тащим. Они все раунды шли. А, не должны полностью. Если они именно не застреляли, чтобы убить нас. Понятно. Стоят около Б, чекают, пока мы выйдем. В принципе, я смогу, если что-нибудь. Кажется, уже поднялись. Ну, я не знаю тогда кто. Сафари на Б стоит еще тут. Есть левая сторона. Минус. Опа, бэд. Блин, сафари. Ладно, не лезь. Тихо, не лезь, не лезь. Саня, отойди, наверх поднимись. Лучше наверх. Одно радует, что сафари коцный. Немножечко совсем. И это, Саня. У меня
тут ЛБ Сафари. Умоляюсь, расскажи прикол, вы оставили пустую. Не знаю. А, идет. Ты смотри, ну что это такое-то? Хотя знаешь... И ласт. Понятно. Психуй, значит, я немного по... Прикинь, а вот сейчас, когда я один патрон в ногу попал, да? Я, блядь, наверное, дохуя попал. Снял. Вот как так? Стреляешь в чувака в бошку, в живот. Дохуя патронов попадает, хуй ты снимаешь, да? Стреляешь в ногу, один патрон успеваешь, потому что двоих убиваешь, да? Дохуя снял. Не, ну может быть, Колян то, что в хэд попал, но... Опять же, у него там футболка какая-то лаганая. Чикай. И кто тащит? Скарсор. Ну да. Мини-злоба. Ой, блядь, да ну нахуй, чувак. Сразу съебался. Долбоем гол на Версус. Ну да. Как всирали нам, так и будут всирать. Любой десочки украли. И то из-за них. Мне чё странно, каннабис со своим тайпом в хер не хер, а чё удалить, что такое? Не кирк бест, я не киркал, чуваки. А, типа нахуй киркать, четвертый есть? Нифига, первый, второй. Чувак, теперь смотри, пройдите. Русская рулетка, кто же выиграет главный приз 3 лимона, да, пацаны? Икс. Кто же выиграет 2 лимона? Все оставшиеся. Да нахуя они сами выйдут.